Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда будете, сударь? Город Очаков, а вы? Краснодар. А-а-а. Краснодар, понятно. Что, жарко у вас? Жарко не то слово. Пекло. Кондиционеров нету, да? Да есть кондиционеры. Почему? Да, ну покажите. Ничего, я сейчас побегу тебе в другую комнату, кондиционер побегу. А, вы сидите в той комнате, где жарко, а там, где кондиционер, вас не пускают туда, да? Ну, сейчас выключен у меня. Зачем мне сейчас его включать? Так если будет у вас жарко, и вы голые сидите из-за жары. Мне нормально. Вы сказали, что у вас пекло. Вы обманули меня, что ли? Ну, на улице пекло, да. А в доме прохладно, да? Нормально. А что ж вы голые сидите? Плюс 28. Дома нормально плюс 28? Это в сауне так, плюс 28. Да, ну да. Вот когда 35, тогда да. Вот если кондиционер не включать, да, будет 35, а то и выше. А почему вы сейчас не включаете кондиционер? Вам жалко электричество, да? Ну, как, почему жалко? Мне комфортно. А, мне нормально. Я понимаю. Ну, да. Я понял. У вас есть кому-то какие-то вопросы? Я обсуждаю войну между Россией и Украиной. Войну? Да, у меня-то, в принципе. Ну, один вопрос, зачем в Курск поперлись? Вот это я не знаю. А, в Курск зачем? Слушайте, хороший вопрос, кстати. А, вы знаете, ну, я думаю... Ну, там просто курчане, знаете, кто такие курчане? Жители Курска. Вот, они обратились с просьбой к Украине о защите от путинского режима. И войска украинские пошли помогать им создавать Курскую Народную Республику. Украина признает ее, и будет Курская Народная Республика. Прикиньте, как классно. Так, а именно кто обратился? Покажите мне заявление мэра. Или там в области. А они пока устно обратились, готовят сейчас заявление, готовят. А, готовят только. И не мэр обратился, а народ. Народ Курской области. Народ? Да. А документы есть? Какие? Ну, что он обратился. Покажите видео, что мы хотим. Украина, помогите нам, ведите сюда войска. Кто говорит? есть, конечно, открывайте видео. Есть добровольцы, эти самые волонтеры, ваши курские уже. Говорят, спасибо украинские ВСУ, что вы к нам зашли очищать нас от путинского режима, спасибо. Это уже есть такие видео, открывайте, найдете его. Не проблема его найти. Ну, я это самое посмотрю, но пока что я видел обратно. А что обратное? А знаете, что обратное? Обратное, это когда женщина кричит: Путин, помоги! Нас тут убивают! Беженцы у вас бегут! Путин, помоги! А Путин не помогает. Что случилось? Поможет, не переживай. Когда он поможет? И чем? Ну, он сегодня сказал, что надо ликвидировать. Кого? Ну, кто туда залез? А, так он и ликвидировать и Украину хочет уже. 10 лет и не получается, прикиньте. Не, Украину не надо ликвидировать. Зачем ее ликвидировать? А он же хотел ее лишить государственности. Захватить области вот эти, которые вы вписали себе в Конституцию. Но не так получается народ, у вас. Вот курский народ позвал Украину, а нас позвали крымчане, Донбасс, Луганск. Совершенно верно. Вот так же, как вас позвали крымчане, Донбасс и Луганск, так же сейчас Курск, Брянск, Белгородская область зовет Украину. Ну, совершенно верно. Вот и посмотрим, будем мериться. А потом будем менять Курскую область на Крым, Белгородскую на Донецкую, это, понимаете? Когда? Лет через 10-20? Я думаю, намного раньше.
Так вы уже Крым 10 лет хотите забрать. Нет, нет, вы знаете, Крым никто не пытался даже забрать. Его начали... Ну как, вас заявляли, президент, я или кто там, я буду в Крыму на следующее лето ноги полоскать. Да, ну так это же было не 10 лет назад, зачем вы врете? Ну это было 2 года назад. Вот, так вот, Крым пытаются, точнее начали проводить действия боевые, которые приведут к возвращению Крыма в Украину только всего 2,5 года назад, а не 10, вы соврали сейчас. Понимаете, что? Не, ну, вы соврали. Вы соврали. 2014 года Украина не собиралась отбивать Крым. Она не собиралась это делать. Зачем тогда было отдавать Крым? Нет, она собиралась его возвратить, но отбивать военным путем прямо сейчас она не собиралась. Это все было бы в будущем. Но Путин, совершив вот это широкомасштабное нападение, сам подписал смертный приговор вам. Как стране. Да. Прикиньте. Ну и когда ж вы придете хоть сюда на Кубань? А уже пришли! В Курскую пришли и на Кубань придем. Все впереди. Курчане тоже не знали, когда. А вот неожиданностью это будет. Сюрприз. Такие приходят. Сюрприз. Понимаете? Понятно. Вот так вот. Ну, дурак думкой богатеет, это известно. Да, пословица. Да, курчане тоже так думают. Вы знаете, они тоже любят эту пословицу, да. Ну, вот именно, да. Курчане, которые бегут и просят сопли размазывают, говорят, Путин, спаси нас! Они тоже так думают. Или думали, да? По крайней мере. Сейчас они уже так, конечно, не думают. Ну, да. Сейчас уже у них риторика поменялась немножко. А вы думаете, уже захватили Курскую область, да? Ну, пока еще не всю, конечно. А вы думаете, вы захватили всю Донецкую область или всю Луганскую? Нет, конечно. И не захватите никогда. Вас вышвырнут скоро оттуда. Захватим, не переживай. Когда? Через сколько десятков лет? Что же вы 10 лет? Вы 10 лет захватываете и не смогли захватить. Что такое? Не через годик. Почему 10? 2 года только. Вы в 2014 году совершили нападение на Донбасс украинский. Да, это было в 2014 году. Мы напали. А ну вы, скажи мне. Вы напали в 2014 году. Когда? На кого мы напали? А, когда? Могу рассказать вам. Смотрите, значит, 12 апреля 2014 года вооруженная группа во главе с вашим полковником ФСБ Гиркиным, он же Стрелков, захватила город Славянск на украинском Донбассе. Вот хотя бы вам простой пример, когда вы напали. Сними мои тапочки, родной. Ты ж служил. Ты знаешь, 50 человек захватили город. Ну, это смешно. Это даже дурак и то поймет, что такого не может быть. Что вы говорите? А как же тогда, интересно, две бригады ВСУ сейчас половину вашей Курской области захватили? Разве дурак не может понять, что такого не может быть? Так вот, вы не можете понять, что это таки может быть. Нет, 7 тысяч против там тысячи пограничников, конечно, могут. У вас в Курской области 1000 пограничников, больше нет военных, да? Ой, вы маленькие. Сейчас только на подходе. Так вот, точно так же и в Славянске. Там было 20 ментов, а 54 человека, вооруженные автоматами, точно так захватили их. Ровно то же самое было, понимаете? Ты не смеши хоть ментов. Ровно то же самое там было. Ровно то же самое. Ой, блин, да, я видел дураков, ну таких дураков военных. В зеркало посмотрите, там все будет. Понятно. Так вот я же и вижу перед собой. Ну, да. Вот в зеркало смотрите, будете 20, видеть дураков. 20 ментов на весь город, ёлки-палки. Я же сказал, что на весь город, например, УВД. Славянск это маленький городок. Управление, отдел УВД. Николай, там, маленький там, город. Там даже не 20 ментов. В Славянске, я думаю, одновременно на дежурстве, ну там было 6-8, может, человек. И они с пистолетами. Оружейная комната закрыта. Врываются люди с автоматами. Как вы думаете? А как же они туда зашли? Кто? Кто их пропустил? С автоматами, когда на вас направят автомат. Вы пропустите и руки поднимите. Кто их пропустил? Это же Украина. Где ваши пограничники? Где ваши войска? А каким образом пропустили в Курскую область сейчас такое количество вооруженных сил Украины? А?
Где ваши пограничники? Где ваши пограничники? А ты знаешь, погранзастава, сколько человек? Ты ж военный. Сколько? Ну вот сколько, ты ж военный. Ну сколько? Ну вот сколько? Это зависит от того, какая погранзастава. Вот скажи, в среднем какая, сколько человек? Не бывает в среднем. Они есть очень маленькие, есть огромные, разные. Очень разные они. Ну в среднем. Очень разные. Ты ж военный. Очень разные. А как вы думаете, почему, почему в Курскую область украинская армия зашла уже сколько? 30 вторую, человек. Вторую неделю. Застала. Вторую неделю. Эти все пограничники, больше никто там не появился. Почему? Как вы думаете? А что там появляться, если там было все нормально? Как все нормально, если все больше и больше захватывается ваша Курская? Где ваши войска? Они что, за неделю не успели подойти? А на сколько вы зашли? Ну, на 20 километров зашли. Да, шириной да, километров. Да. И что? И так что, уже, этого мало? Так уже два населенных пункта освободили. Кто вам сказал такую чушь? Ну, посмотри, зайди в интернет. Каждый день все больше и больше территорий уже контролируется Украиной. Говорят, уже, пунктов, говорят, уже, говорят, уже 650 квадратных километров Курской области насколько? Контролируется украинскими войсками. На сколько километров? 650 квадратных километров. Ого! Ну да, ты врать хорошо умеешь, позаранее. Да нет, это так утверждают военные. Как это, когда ваши украинские сказали, зашли на 20 километров, шириной 10 километров. 20 на 10, 6... это сколько квадратных, знаете, нет? Шириной 10 километров, глубиной 20. Так, сколько это квадратных километров? Да я что, математик, посчитай. Так вот вы не математик, а я математик. И могу вам посчитать. Ну вот и сколько? Что 20 посчитай. На 10 километров, это 200 квадратных километров. Это было в первый день. А сейчас говорят 650. А сейчас вы отходите. 10, подождите, не говорите одновременно со мной. 10 на 65 километров. Это есть 650 квадратных километров, понимаете? 25, какие 65? Что 20? 25 это в первый день было. В глубину вы зашли и стали, все. Это в первый день было. Сейчас уже давным-давно и глубже зашли, и расширили. Уже давно вы стали заднюю включать. Я же тебе говорю, уже кто? Освободили. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал? Ваши сказали. Кто? Кто конкретно? Фридом. Есть у вас такая? Так, и что Фридом сказал? Что Украина отдает города вам, что ли? Нет, уже русские-то идут уже в поселке. Ага, ага. Врать не надо. Алло. Арчила, куда ты слинял? Товарищ майор отключил его. Ну ладно. Что делать? Так бывает, друзья. А мы не забываем ставить лайки там, ну и все остальное по списку. Пока.